Доброе утро. Завтракаю оставшимся сырником и моим вареньем на фруктозе. Он так растекается некрасиво в кадре. Ну ничего страшного. Фотографию в Инстаграм я уже сделала. У нас, кстати, опять сегодня 30 градусов. Я уже полила деревья, полила клумбочки свои, подстригла тюльпаны. Ну, то, что от них осталось. Пиона своего. И вот выходят гладиолусы. И самое печальное, что у нас сейчас нет электричества. И, возможно, его не будет до 2 часов. Это ужасно. Потому что я не могу работать без электричества. Без электричества нет интернета. Но есть на телефоне, но такой слабенький. Видите, как фиалку поперла одну. Прям скоро из горшочка вылезет. Помидорки. Ну, в общем, тут особо изменений-то нету. Лежак, кстати, пока не пользуется спросом. Никто в него не заходит пока, не спит, не ложится. Дадим ему немножко времени. Он должен прижиться у нас. У нас включили электричество. И вы знаете, раздался громкий голос «Ура!». Не знаю, кто из соседей порадовался. Сейчас загрузится все, будем работать. Кристюш, смотри, какая лежанка. Ну, блин, она к тебе из Китая приехала, а ты в ней даже не лежишь. Разве так можно? Вот и весь разговор. Кристюша, уйди, не нервируй ее, пожалуйста. Дай ей новую, хотя бы Алиса ляжет в эту чудесную лежанку за 500 рублей. Иди отсюда. Ничего, Алис, как тебе? Ничего? Ну, она и для тебя маловато, конечно. Не, ну если ты клубочком ляжешь, то, может быть, удобно будет. Попробуешь, старушка моя дорогая? Но главное, не убегает. Ложись. Смотри, какое место красивое. Вот так, блин, и уговариваешь. 500 рублей, Лиса, 500 рублей. Ладно, смеюсь я, конечно. Привыкнут они к новому лежбищу. Потихонечку, да? Потихонечку привыкнут. Утро. У меня распустились розы. Так, еду забирать свои линзы в Раменское. Нужно быстренько метнуться в час. Я не знаю, как будет, что там будет с пробками. Ну, короче, быстро поехала. Сейчас быстро заправлюсь и быстро заберу свои линзы. На Лукойле. Бензин у нас сегодня 95-й, 48-10. И это как-то много. Скажу я вам, это как-то много. Так, у нас сегодня пасмурно. Сейчас 12 часов. Солнышко не светит. Но греет, скажу я вам. Все равно парит. Но уже, мне кажется, не 30 градусов. Так, сейчас я еду в Раменское.
Все, я пошла. Мне здесь надо между дворами пройти. Где-то. Сюда. Тоже здание старое было здесь. Как-то забирала линзы один раз. А внутри очень даже интересно. Такие вот линзы я покупаю. Оптима. Оптима, да. 4 штучки в коробочке. Стоит 1360. Вот так вот. Все. Быстренько съездила. Еду быстренько в сторону дома. Потому что, несмотря на то, что сегодня выходной у всех, у меня-то он рабочий. Деревца тут такие. Старый райончик. Но видите, какие дома. И вот такие вот. И вот такие вот. А там впереди тоже такое красное здание. Тоже не знаю. Там, может быть, наверное, завод какой-то был. Надо будет в гугле посмотреть. Потому что интересное здание. Интересное. Вот тут стоит вот такой вот недострой. По идее, по-моему, должен был быть торговый центр. Но... строит, он стоит в таком виде. Не знаю сколько, я его наблюдаю последние 3 года. Периодически езжу. Хотя там кран стоит с другой стороны, да, вот здесь вот дорога такая сделана с лесами, да, там правильно называется. Там кран стоит, но все равно. А вот раскрашенные дома, которые очень часто, если набираете просто Раменское, новостройки, а с другой стороны раскрашенные дома еще одни. Дождик пошел. Ну, собственно, дождик находил и нашел. В общем, вот такой вот город Раменское, город контрастов. Не знаю, мне нравится. Есть доля шутки, да? Все, я выезжаю в сторону дома. Ну, наконец-то, первопроходец. Сам залез. Хорошая лежаночка? Ну, аллилуйя, прижилась. Аллилуйя.